Вы, наверное, не можете не знать, что на последнем съезде Союза театральных деятелей было заявление Константина Райкина о цензуре в театре. И после этого была достаточно бурная полемика в средствах массовой информации, и многие зрители, читатели, слушатели узнали, что на самом деле государство фактически датирует огромное количество, почти все театры, ну, там в Москве их там... Я на это сказал, вот мы просились, вот российская интеллигенция, она все-таки неисправима. Мы просились, да? Вот она неисправима, понимаешь? Ну что вам, плохо было? Теперь все знают, как это происходит в театре, что оказывается у нас театров там в 50 раз больше, чем... Во Франции все это датируется так или иначе государством. И, миллиарды сказать, тратятся. То есть, да, и российская общественность может начать задавать вопрос, а нужно ли это? И начала задавать, да, вопросы, да. Вот, и вот спрашивается, а зачем? Вам что, плохо жилось? Нет, ну ответ на то, что нужно это или не нужно, я думаю, достаточно, ну как мне представляется, очевиден. А все-таки в демарше Райкина там какое-то было рациональное зерно? Вот вы считаете, есть момент как бы ограничений, цензуры на воспроизведение там тех или иных смыслов, на употребление ненормативной лексики, и что касается пропаганды никотина, мы просто знаем, что это есть напрямую. Это оправданный процесс, это запрос общества, социума, или это действие какие-то чиновников и властей? Нет, ну я думаю, Константин Аркадьевич такой, как свойственно нам, художникам, какой-то эмоциональный, кому-то не понравился, может, его спектакль, я не знаю. Я не вижу никакой цензуры. У нас нет цензуры. В кино нет цензуры? Нет, я никогда не встречал. Ну, не встречал. В советское время встречался, да. В советское время вырезали из картин. Хотя я не могу сказать, что я был самый там пострадавший, или мне Николай, как Саша Аскольдова, там комиссара на полку клали. Но у меня такого не было, но купюры были с картин. Но с 91 года я ни разу не встречал никаких проявлений цензуры, поэтому я... Нет, ну а сцены с курением, которые фактически запрещены в кинематографе? Ну а почему? Они не запрещены, просто там есть какая-то, там очень странная формулировка, что если это необходимо для художника, если это не несет необходимости, то есть это трактуется, на это смотрят, никто, я не видел, чтобы кто-то это запрещал. Там максимум, что ставится, что... Там идет строка на телевидении, там в этой картине есть сцена для курения. То есть такие какие-то моменты. Ну, допустим, вопрос нецензурный, там, лексики, но я ее никогда не применял сам. Знаете, то есть в кино. Режиссеры используют этот инструмент очень эффективно. То есть, нет, вот, ну, такая германика, допустим, она вот просто конкретно. Ну, я это не признаю. Я считаю, что и даже я считаю, в этом есть какая-то слабость, потому что я не считаю, что искусство должно копировать жизнь. Угу. Смысл искусства ведь не в том, чтобы показать вот все как жизнь. Смысл искусства — создать некий художественный образ, чтобы зритель в него поверил, чтобы эмоционально он, так сказать, его каким-то образом тронул, но это не значит, что надо обязательно показывать помойку и, так сказать, все время, ну, это абсолютно не сообразуется с моим пониманием искусства. Знаешь, улетят журавли, можно вылить ведро красной краски, да, там убийство героя, можно, и это абсолютно не трогает, там, классический пример — «Влетят в журавлях», там, когда Баталов, там небо, там найдены такие мощные образы, и, так сказать, это выглядит, это тебя трогает гораздо больше, чем если бы там вылили вот ведро красной краски, как на съемках делают.